Кто сказал, что красным может быть только Феррари, явно никогда не видел вживую Mercedes SL55 AMG компрессор. Да еще и в оригинальном тюнинге от ведущего ателье Карлсон. Оригинальный окрас по всему кузову подтверждает реальный пробег в 49 тысяч миль. А под капотом брутальный двигатель M113K на 476 лошадиных сил. Но главный кайф родстера в том, что у него складывается крыша, которая имеет специальную сетку от комаров. Но давайте перенесемся в салон этого шикарного 20-летнего родстера и посмотрим, как же инженеры Карлсона представляли себе его тюнинг. В принципе, ничего сложного. Накладки на пороге, ковры, руль и измененная приборная панель. Но самое кайфовое здесь — это звук двигателя и эмоции от управления на гидроподвеске. От себя добавлю, что еще прикольно открывается и закрывается шторка. А эта кнопка отвечает за складывание жесткой крыши. Конкретно этот автомобиль стоит 1 850 000 рублей и является прямым конкурентом Ладе Вести.